это черное открытое море. Вот мы добрались до береговой линии в Веселовке. Пляжик у нас песочный, очень приятный, не горячий песок. Мы заехали немножко не с того въезда, поэтому так получается, что впереди будет главный пляж. К нему мы и направимся. Вот мы с вами и приблизились к центральному пляжу поселка Веселовка. И пройдем по береговой линии. Покажем, что же здесь есть, чего нет. И расскажем наши общие впечатления. Пока я вижу, что народу, в принципе, немного. Купаются практически, грубо говоря, полтора Ивана. Некоторые загорают. Кто-то просто фотографируется, сидит на бережку. Пляж у нас песочный. Береговая линия также вся песочная. На берегу стоят катамараны. Я думаю, что когда погода более спокойная, то люди катаются на них. Есть навесы, есть лежаки, на которых можно полежать в тени. Я вижу, что здесь разные люди приезжают, то есть и молодые, и взрослые, и с детьми. Вот такой вот пляжик. Я думаю, не так много купаются, потому что сегодня шторм и вода прохладная. Есть кабинки для переодевания. Я вижу, что шезлонги стоят 150 рублей. На берегу разные кафешечки, барчики. От них раздается музыка. Видимо, справа от меня как раз спуск. Такая мини-набережная. По которым можно пройти, но песок не горячий, он терпимый. Видите, как хорошо, даже на коляске можно съехать. Здорово. То есть попасть на пляж не составит труда. Ну, немало, в принципе, да, народу. Сейчас самый разгар дня. Я вижу, что вдалеке уже стоят детские даже аттракционы. Ну, такие, знаете, для воды. Но так как сегодня вода беспокойная, то их, конечно же, на воду никто не будет ставить. Впереди, смотрите, какие-то стоят сетки. Каждая территория пляжа отгорожена. Вот, собственно, сам вход в пляж. А это такая мини-набережная, по которой мы сейчас пройдемся. Посмотрим с вами, что здесь есть. Я уже впереди вижу, что продают сладкую вату. Здесь какие-то бары. Давайте мы с вами посмотрим стоимость.
завтраки, салаты, супы. Делайте паузу, если хотите посмотреть поподробнее. Такие мини-лавочки, где вы можете по дороге к морю купить что-нибудь. Допустим, вода сколько стоит? Такая бутылочка 40 рублей. Мороженое тут есть. Давайте посмотрим. Рожок Кореновского 100 рублей. Убирайте, ребяточки, убирайте. Тут же также есть, вот продают фрукты, овощи, кукурузу. А впереди продают всякие купальные принадлежности, круги, матрасы, сувениры, сумки. Если вдруг кепку забыли, то тоже сможете купить здесь. Ну, в общем, такая вот небольшая улочка. Пройдемся. Вот также чучхелу продают. Специи. Чучхела 80 рублей. Пробовали такое? Нет. Картошка. Посмотрим, что это такое. А потом будете в сеть выложить, что веселовки продают. Да. Плохо разве? Плохо. Люди будут знать, куда ехать надо отдыхать. Ой, господи, в каком Кипре? На Канарах. Если захотите ребенку приобрести маску, тут тоже можно купить. Ну вот кафешка тут также. Лимонад. Сколько стоит? Лимонад стоит 80 рублей за литр. Квас также 80 рублей. Молочный коктейль 130. Мы в базу отдыха Самоцвета узнать, сколько будет стоить трехместный номер. И на месяц июль получилось, что нам сказали, что они сдают от 2 дней. И стоимость суток будет 3000 рублей. Зашли в еще одну базу отдыха, которая называется «Уралочка». И получается, трехместный номер будет стоить вам 2700 от 2 суток. Рядом находится столовая, так что можете сразу тут покушать. Давайте зайдем, посмотрим, какие цены есть. Здравствуйте. А вот, да, расценки. Солянка 90, борщ 70. Вот такие вот расценки. Разрешение съемку. В общем, здесь вы сможете, собственно, снять сразу жилье и покушать. Открываются на лиман, на косу. Люди останавливаются, фотографируются. Видите, военная техника, потому что здесь в свое время шли ожесточенные бои в Великую Отечественную войну. Память неизвестным бойцам. Мы вам показали поселок.
поселок Веселовка на Черном море. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно пишите внизу в комментариях. И спасибо за просмотр. Пока!